Приветствую вас, Татьяна. Я бы хотел для начала вас уточнить, в чем конкретно проблема. То есть вы говорите, что мужчина ваш, гражданский муж, общается с девочкой, со своей бывшей девочкой. Вот, значит, он общается с ней, несмотря на то, что она замужем, вот, он все равно с ней взаимодействует, вот, вам врет, начинает общаться первый, это все понятно, вот, не тащите за грубость, не тащите за какой-то такой, может быть, наезд, но... А конкретно проблема-то все ваша. То есть, ну вот есть как бы человек, да, у него есть определенная модель поведения. А в чем эта проблема для вас? По факту. То есть вы описали проблему мужчины скорее. То есть проблема мужчины в том, что он, живя с вами и взаимодействуя с вами, а, значит, общается с другой девочкой, по сути, не может ее забыть. Вот. И вынужден вам врать, как бы. Вот. Это да. Это его проблема. Действительно. На самом деле. Это его проблема. Это может, как бы, может быть его проблемой. Но... А ваша проблема в чем? Понимаете? Тут вы-то говорите, что у меня проблема. Но это то, что происходит, не ваша проблема. Ведь не вы же общаетесь, да, с другой девочкой. С бывшей девочкой. Понимаете, Татьяна? Поэтому я думаю, что здесь для начала нужно... здесь для начала нужно определить, в чем конкретно проблема, да, то есть разграничить вот эту вот историю, разграничить нужно ответственность за то, что происходит, например, у вас в жизни, с вашей жизнью, и то, что происходит в жизни вашего молодого человека, вот. Тут я думаю, что эти вещи нужно разграничить, я думаю, что эти вещи нужно отделить. Вот. Ага, значит, что бы я назвал вашей проблемой? Да, вашей проблемой я назвал бы те негативные мысли, которые у вас появляются в результате, например, того, что мужчина общается с другой девушкой. То есть ваши чувства, в том числе чувства негативные по этому поводу, это тоже ваша проблема на самом деле. То есть это такой аспект. Дальше, можно назвать вашей проблемой, что он у вас гражданский муж. То есть, по сути, вы с ним живете, да, вы живете с ним вместе, по, ну, определенному, по определенным обстоятельствам вы не создали семью, да, по факту. Ну, вот семью я имею в виду официально. Вот. И не создав семью, вы, значит, начали просто с ним сожительствовать, что неплохо. Что неплохо. Но при этом вы же сожительствуете с ним не просто так, вы же сожительствуете с ним потому что. То есть есть обстоятельства, которые мотивируют вас это делать. Есть обстоятельства, которые мотивируют вас сожительствовать. И эти обстоятельства по своей сути,
да, по своей сути эти обстоятельства представляют из себя ничто иное, как неуверенность в человеке. То есть, с одной стороны, желание быть с ним, с одной стороны, желание, ну, жить вместе, с другой стороны, неуверенность в себе. Так вот, если вы не уверены в человеке, значит, вы по факту, ну вот, в гражданском браке, да, вы пытаетесь узнать человека. Вы пытаетесь узнать его, вы пытаетесь изучить его, вы пытаетесь исследовать его. И то, что делает мужчина, это как раз-таки он. Это он. Это та его личность, это те его проявления, с которыми вам придется мириться. А именно, непринятие себя, что определяет вранье, да, то есть, когда человек врет, это значит, он не принимает себя, это значит, что он как бы не позволяет себе реализовывать свои желания, не позволяет себе чувствовать, не позволяет себе там, значит, честно признаться в том, что ему что-то нужно. Вот. И самое, конечно, главное, это то, что он, скорее всего, вот вас, именно вас, он, ну, скорее всего, использует как средство. Скорее всего. Вас он использует как средство, вас он использует как своего рода лекарство от той бывшей девушки, отношения, с которым у него до сих пор не завершились. Вот. И если вы себя уважаете, если вы себя цените, если вы считаете себя, ну, как бы, достойной женщиной, скажем так, вот, то мне думается, что вы скажете ему, чтобы он завершил свои отношения, чтобы он завершил отношения с этой девочкой, вот, возможно, обратился к психологу, допустим, да, и, соответственно, чтобы психолог именно помог ему разобраться с его проблемами, и после этого уже, чтобы он либо решил, да, быть с вами, вот, либо чтобы он шел дальше, а вы шли дальше, потому что вот то, что происходит сейчас, это по факту это уже не любовь, да? Потому что, ну вот, что происходит? Происходит то, что вы пытаетесь человека, значит, как-то контролировать, получается. Вот, вы пытаетесь человека контролировать. Я не думаю, что это залог успешных отношений, я не думаю, что это вот то, что, ну, условно говоря, вообще может обеспечить вам комфортные, гармоничные отношения. Вот. Так что, да, самое время вам вспомнить, самое время вспомнить о том, почему вы с этим человеком вместе. Самое время вспомнить о том, что вас с этим человеком объединяет. То есть не концентрироваться, да, на том, чтобы его удержать, а наоборот, вспомнить, что хорошего есть у вас в отношениях, и на это обратить свое внимание. Вот. И подумать над тем, чего вы хотите. То есть, что именно вот вам нужно. Лично вам, что нужно. В этой, ну, вот в этой истории, что вам нужно, чего вы хотите. А мне думается так. Мне думается так. Вот в этой ситуации мужчину нужно отпустить. Значит, ну, если вы вот, кстати, а откуда вы узнали, что он, собственно, вам как-то вот, ну, врет, да, и так далее, то есть откуда вы это узнали, вот, откуда вы
узнали, что он общается, что он начинает первый разговор, то есть такое впечатление, да, как будто вы за ним следите или там что-то такое, понимаете, если история складывается так, то мне представляется, что есть у вас некоторые проблемы, скажем так. То есть может быть ревность, может быть страх, неуверенность в себе. Вот. Тут опять же, как сказал мой коллега, да, работать нужно именно со страхами, с вашими собственными чувствами. Вот, потому что все страхи, они, в принципе, родом из детства и представляют из себя, с одной стороны, мистические, нереальные представления, да, какие-то иррациональные, а с другой стороны, это ваши желания, которые вы по той или иной причине не реализуете. Ну, то есть запрещаете себе как бы реализовывать их. Вот. Вот примерно так, я думаю, можно вам ответить, да, то есть, понимаете, ваш вопрос, он вот с точки зрения психологии задан таким образом, что совершенно очевидно, ну, по крайней мере, вот для меня, да, как для психолога, совершенно очевидно, что личные границы ваши, они не соблюдаются, именно ваши. То есть у вас не простроены личные границы. За что отвечаю я, за что отвечают другие люди, за что отвечаю я, где кончается моя ответственность, где начинается ответственность другого человека, вот за это все вы не отвечаете. Такое впечатление у меня. Вот. Складывается, по крайней мере. Вот. Поэтому я думаю, что вот так вам можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что это было для вас полезно. Вот. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Значит, давайте я еще сейчас пробегусь по вашему тексту, посмотрю, ничего ли я не забыл. Так, мой гражданский муж расстался со своей девушкой 2 года назад из-за измены с ее стороны. Измена – это всегда травма, то есть для человека это может быть травмой. Травму свою он мог еще не пережить. То есть она может быть для него по-прежнему болезненна, эта история с изменой. А значит, общаться он с ней может, потому что у него болит. То есть он пытается, он может быть еще ее не любит, чувств у него, может быть, к ней уже нет, а вот желание как-то, ну, как-то вот восполнить этот пробел, который появился после измены, да, в своей самооценке. Вот, это, конечно, у него может быть. Это у него может быть. Вот. Значит, в целом, моя рекомендация, она будет вот именно такая. Посмотрите внимательно на свои чувства, чего вы хотите. Определите, что конкретно для вас является проблемой, и пересмотрите свое отношение к гражданскому браку. Вот. То есть, если люди живут в гражданском браке, понимаю, что мнение не очень популярное, но если люди живут в гражданском браке, то значит, скорее всего, это означает, что люди не готовы еще. Не готовы еще как-то вот окончательно друг другу отдать себя, да, свою как бы жизнь, свою энергию, не готовы скрепить свои отношения браком, и это на самом деле очень такой знак, показательный. Вот, если, значит, я вам желаю всего самого доброго и удачи.